Сегодняшняя Олимпиада проходит на знаменитой Тюменской земле. Именно здесь в свое время были открыты важнейшие месторождения, которые сегодня остаются важной кладовой углеводородного сырья для нашей страны. И, конечно, все это было сделано благодаря геологам. Если бы не их труд, не их работа, то, конечно, мы бы не имели сегодня ни Уренгоя, ни Ямбурга, ни Самотлора. Поэтому я от всей души хочу пожелать юным геологам, которые собрались здесь, провести хорошо время, посоревноваться, показать, какими они обладают сегодня знаниями. Я думаю, что у каждого есть огромная мечта в этой жизни открыть свой Самотлор и свой Уренгой.